Мы добрались в город Абха. Вот такой туманчик стоит, потому что мы высоко в горах. 2240 метров над уровнем моря. Тут уже пуховочки одели. Хотя спали и было достаточно тепло. Я думаю, ночью было около 25 градусов тепла. А тут мы поднялись в горы. Уже значительно теплее. Так, ну мы отправляемся дальше. Нам еще 4 километра до нашей достопримечательности. Если смотреть на карту, то видно, что в городе много парков. Выглядит сейчас интересно. Напомнила Исландию. Только пальмочки. А температура также 14 градусов. Но достаточно зелено, красиво. Да, если вы хотите по всей Саудовской Аравии попутешествовать, то берите флиску и кипков. Да, это важно. Скорее всего, система отопления, или я даже не знаю, что. Там вот дымоход. Одна бочка, вторая бочка. Интересно, что. Не Саудовская Аравия, а Скандинавия какая-то прям. Прям заливает знатно. Ноги мокрые. Благо дождевики взяли. Очень помогает нам. Вот. А воды достаточно много. О-о-о-о. И впереди вот арт-деревня. Но она закрыта. Написано временно закрыта. Не знаю, может попробуем сейчас пробраться. Перепрыгнул. Я пробрался внутрь. Выглядит вообще заброшенно. Все, мы заканчиваем просмотр Абхи и едем дальше, пока нас не залило. В больших городах уже все больше кафешек в современном стиле. Вот какая-то бургерная. Мы кофеек пили в современной кафешке, просто чтобы дождь переждать. Современный нам не так интересный, модерновый под западный манер. Да. Вот тут место, которое называется Art Street. Но видно, оно не пользуется у них особой популярностью. То ли они его реконструируют. Выглядит запустевшим. Туманчики 8 градусов тепла.
все в деревьях. Мужчина нас подвозит, рассказывает о том, как меняется местность здесь. Да, тут подъемники. В общем, летом все из Саудовской Аравии едут в этот регион, чтобы отдыхать. Старые гостиницы сейчас разрушают, строят новые. Регион развивается, очень много людей тут летом. Очень популярное место среди местных. Семимильными шагами, в общем, все тут развивается. Да не-не-не, это не я открыл. Модерновая деревушка, много современных зданий, все зелененькое, современное. Дети аккуратненькие, есть маленькие хорошие магазинчики, школы, больницы, места для отдыха у людей. О, даже вот такая башенка. Серия Мандерус. Почта. Хабута Жерельма. Юрия Филич. Это уже современные построечки. Или реконструкция, но выглядит как современная. Угу. Приехали в деревушку нашу, Раджаль-Альма. This is a big village here.